5 литров. Уточняю, квартира номер 50. Ответьте, да или нет? 5 литров, да. В честь предвыборной акции решили устроить автопробег. Раздаем всем здесь флажки, кепки. Здесь у нас автобус. Голосуем и делаем правильный выбор. Я вас не распознала. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, я уже скажите 34-го сфотографировался. Вы меня запомните? Вы что, меня домой не пускаете? Все. Я вас не распознала. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, скажите фото. Фото я сфотографировался. Вы что, меня мозги ебете? Назовите номер своей квартиры. А? 57-я квартира? Пожалуйста, четко скажите номер своей квартиры. 17-й дом, 57-я квартира. Смотри, бля, что меня не узнаешь? Квартира номер 50. Ответьте, да или нет? 17-й дом, 57-я квартира. Ты что? Ответьте, да или нет? Да. Открой дверь. Встаньте напротив домофонной камеры на расстоянии вытянутой руки и посмотрите прямо в нее. Держи. Через 3 прямо секунды я вас сфотографирую. 3, 2, 17, дом, 57 квартира. Фото сделано. Чтобы пользоваться умным домофоном, установите на свой смартфон приложение «Мой умный дом». Я повторяю. Не знаю, открывайте мне дверь. До свидания. Желаем удачного пользования. Пускай меня домой. Нихуя день. Я вас не распознала. Ага. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, скажите... А что, меня 34-й опять подниматься? А? Я вас не поняла. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, четко скажите фото. Фото есть у меня, 34-м. Назовите номер своей квартиры. Моя квартира. 57-я квартира. Уточняю. Квартира номер 50. Ответьте, да или нет? 5 литров, да. Я пошла там нахуй, блядь. Встаньте напротив домофонной камеры на расстоянии вытянутой руки. И посмотрите деньги прямо в нее. Через 3 секунды я вас сфотографирую. 3. 2, 1. 57-я квартира.
Чтобы пользоваться умным домофоном, установите на свой смартфон приложение «Мой умный дом». Пошли нахуй, все деньги, блядь, бросить. «Мой умный дом». До свидания. Желаю удачного пользования. До свидания, пошла ты пизда. Сучка, блядь, деньги заплатил, да? Ну что, меня не пускает, блядь?